Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня поиграю Bed Wars, и, ребята, да, как бы, я надеюсь, то, что вам этот ролик понравится, и сразу же после 6 лайков я буду делать новый ролик, и теперь, ребята, будут стримы раз в день и ролики раз в день, то есть завтра будет стрим, послезавтра будет ролик, да, ну и как бы, даже если вы не набьете 6 лайков, хотя я думаю, то, что вы их набьете... Но, в принципе, без разницы, да, как бы, главное, чтобы вы смотрели ролики, комментировали. Ну и да ладно, ребята, в принципе, погнали. Ребят, что этот чувак делает? Он просто крутится, ну ладно, в принципе, окей. Как бы, Capture Bed Wars я играл очень давно, да, именно сегодня поиграю в Capture Bed Wars. И думаю, сделаю катки 2-3, не знаю, как получится. И да, я делал это был первый ролик по Bed Wars, второй ролик на этом канале, и, блин, это был самый плохой ролик в качестве, потому что он был аж в 480p. Но этот будет в 1080p, поэтому ничего, не пугайтесь, да. Я думаю, копить буду я, наверное, на... Блин, звуки громкие, хотя мне они так кажутся. Так, давайте возьму вот это. Сразу же я возьму такие вот вещи. И думаю, все будет сейчас нормально. Мы попытаемся как-нибудь кого-нибудь вальнуть, да. Но это не точно. И не знаю, как этот ролик получится. Надеюсь, он не будет таким грустным или каким-то таким скучным, да. Не знаю, как получится, да. И чувак, кстати, сразу не убился. Это как-то странно, да. Или что-то с пингом, я не знаю. Ну ладно. В принципе, хорошо. Мы, ребята, идем дальше. И, если честно, то скоро я сделаю какой-нибудь такой вот ролик необычный, да, который будет, ну, не знаю, какой-нибудь ролик будет. Полезная информация. Хочу снять ролик про настройки бандикама, показать свои настройки бандикама, потому что мне уже говорили, да, писали в комментариях про это. Я обещал еще 1,5 недели назад, поэтому я сделаю сегодня, наверное, может быть, даже 2 ролика. Потому что, ну, когда делаешь смешной ролик, надо тратить время, а когда ты делаешь просто ролик, то, я думаю, времени большого не займет. Ну и ладно, так, вот тут можно было купать кровать, да, по-моему, тогда я еще об этом не знал, когда я снимал... первую часть по Bed Wars. И да, давненько у нас как бы не было Capture, как бы Capture вообще один раз у нас был, да, и Bed Wars как бы сам недавно был, то есть 2-3 недели назад. Как бы понимаю, что это большой срок, но судя по моим роликам, да, это вообще очень рано, потому что до этого я вообще не снимал ролики по Bed Wars, да. И по-моему, да, у нас всех сломана кровать. Или я что-то тут путаю, да. Подождите, нас могут убить. А их почему не могут убить? А, ну все понятно. Блин, ну все, мы, наверное, умерли. Нас двое осталось, их двое. Это плохо. Так, будем пытаться их как-то вальнуть, я не знаю. Каким-то таким вот образом. Так, тут убегу. Пробегу, там, я не знаю, как-нибудь так мне зажали. Больше это такой ролик не просто, где я играю, а, наверное, ну... Ролик, где я просто что-то вам рассказываю и так далее, и, ну, не знаю даже, в принципе, ладно. Мы сейчас начинаем вторую катку, я думаю, она у нас будет или последняя, или нет, я даже не знаю. Ну, ладно, в принципе, окей. 8 грёбаных часов спустя. Начинаем, да, и, в принципе, окей. Так, у меня поясок как-то подлагивает у меня, ладно. Так, мы... Думаю, поиграем еще одну катку, да, я это уже сказал. Ну и ладно, давайте я попытаюсь построиться таким вот образом, да. У меня достаточно неплохо это получается делать, но я, правда, падаю, но, в принципе, ничего страшного, я буду стараться не упасть. Да, постараться не упасть, да, сразу видно. Ролики будут раз в день, потому что я заметил то, что немножко упал актив, да. Хоть и подписчиков у меня самого немного, но как бы все равно потерял этот актив, потому что раньше спокойно было 4, 5, 6 человек на стримах, да, собиралось в одно время, а сейчас у меня максимум 3. Как такое возможно? Да, человека в одно время собирается, и это про стримы говорю. Да и ролик вот этот, который я выложил, он вообще не набрал особо просмотров, вот уже 4-й день идет, а он набрал... Чуть больше 80% просмотров, да?
принципе, сейчас вот так вот сделаем. Я покупаю блоки. Я думаю, мы здесь сейчас везде умрем. Но ролик не об этом, не как я там играю и так далее. А ролик просто чисто такой информативный, я даже не знаю. Я как бы и не надеюсь на какой-то там трэш и так далее. Может быть, и что-нибудь смешное я и буду в этом ролике говорить, но не знаю. Так, ладно, давайте сейчас мы вот этого чувака вольнем. Он нам дал алмаз, и еще один алмаз, я не знаю. Что за просто жесть. Вы понимаете то, что можно купить ту самую кровать еще одну и ее поставить? Так, давайте изумруды скину, чувак. Я думаю, что они разлетелись, я не понимаю. Это странно, ну ладно. Блин, ну мне каптух очень нравится, не знаю, почему он не популярный мини-жим. Прикольный, мне кажется, мини-жим. Да. Спасибо огромное разработчикам, то, что его оставили, то есть, надеюсь, его надолго оставят, навсегда, возможно. Ну и ладно, так, блин, там красный строится, сейчас никто не заметит. Ну ладно, так, есть еще два алмаза, я их лучше выкину, а то еще минус кровать, получается, будет. Так, хотя бы одна кровать, а так вообще две, потому что за два алмаза как раз кровать и делается. Да ладно! Будем так считать, мы идем сюда. И, в принципе, там какая-то дичь происходит, надеюсь, нам тут ничего не вальнут, нас не убьют, там, не знаю, и так далее. И, в принципе, ладно, достаточно далековато надо строиться. Я ничего плохого в этом не вижу. Ничего страшного, да. Так, отлично. Так, блин, вот, я валю. И мне получается вальнуть, я кушаю яблочко, и я вообще не собирался идти к ним на базу, если честно. Да, вот. Просто пропустил место, где кровать ставят. Это просто. Да, ну, с кем не бывает, это же я, как бы, что вы думаете, да? В принципе, ладно. Напишите комментарий по поводу Murder Mist, и хотели бы вы его увидеть, да, и, как бы, все нормально будет, да. Ты втираешь мне какую-то дичь. Блин, по-моему, я ни одного не убью. Да, я ни одного не убил, это немножко обидно. Но ничего страшного. Главное то, что, блин, капец, у них есть кровать. Это плохо. Еще. 8 гребаных часов спустя. Ну что ж, ребят, я немножко готов уже, как бы, да. И почему бы, в принципе, нет. Так, один алмаз я сюда выкинул. И думаю, пора на них нападать, да. А то через 6 минут... А, нет, смотрите, уже через 12. Да, но они все равно побеждают. То есть, в любом случае, на их стороне пока что все, да. А, мы сломали, окей. Так, все, валим чуваков. Так, отлично. Это... Все, ребят, я думаю, это победа. Есть! Ну, я умер в любом случае, но все равно я уже убил... людей, да, двоих игроков, и думаю, у нас уже большой шанс победить. Да я думаю, мы уже затащим, как бы, что нам тут, да, уже всех завалил, да. В принципе, ребята, мы побеждаем, я пишу КГ, и что? Так, я сюда, наверное, какую-нибудь что-нибудь залеплю, да, чтобы вы этого не видели, да, типа цензура какая-то. Ну ладно, ребят, в принципе, на этом все. Всем, ребята, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, ребята. Куда? Я не хотел, да. Я не просил такого, да. Давайте выйду. И все, ребят. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. И, ребята, да. В принципе, завтра выходит стрим. Обязательно смотрите, заходите на него. Приходит удаление, там, смотрите, там, и так далее. Я не знаю. Будем вместе играть на стримах, там, в пати и так далее. И так далее. Все. Всем спасибо. Пока-пока! Утекающая вон, кто не видит в ней.